Всем большой привет подписчикам, пришедшим на мой канал. Все вы знаете, как не очень удобно и противно собирать такую колючую ягоду, как крыжовник. Я для этих целей сделал специальное приспособление, так называемый стакан для сбора ягоды. Это стаканчик, в котором сделаны прорези. Он сделан из корпуса фильтра какого-то водяного. Вырезаны были, значит, вот такие вот зубья, заходящие вглубь на 5 сантиметров, и скошенные они. Я покажу сейчас вам, каким образом собирать с помощью этого приспособления такую противную ягоду, как крыжовник. Вы подводите стаканчик, поднимаете веточку к основанию и захватываете ягоду. Ведете ее вдоль ветки. Вдоль ветки и тянете на себя. Получается вот такая вот, вот такой способ сбора. Видите, да? Вот она ягода. Подводите к ветке и собираете ее в стакан. То есть тянете и обрываете. В результате получается у вас в стакане собранная ягода. То есть вы потом ее спокойно высыпаете, куда вам. Немножечко попадает листочков, но это всего лишь немножечко. Еще раз показываю устройство для сбора ягоды. Это стакан для сбора ягоды шиповника, крыжовника и другой колючей ягоды. Устройство для сбора ягоды. Вы прочесываете, поднимаете веточку, в которой ягоды, и вот таким вот образом обрываете все эти ягоды, стаканчик свой. Еще раз поднимаете веточку и, подводя стакан, просто срываете все внутрь. При этом руки не колятся у вас. Еще раз веточка, вот она у вас, ягода висит. И вы снизу вот таким вот образом срываете ее в стакан. Резко ускоряется у вас сбор ягоды. А готовую ягоду потом ссыпаете в нужное вам место. Вот такой стакан для сбора ягоды. Спасибо всем за внимание. Пользуйтесь на здоровье. Подписывайтесь на мой канал.